Амазонская рогатка. Животное засадчик, которое сидит, закопавшись в землю, наружу торчат как глазки с такими замечательными бровями. И подкараулит, что прошел сон вкусненько. Вот. Ну да, это вкусненько проходит мимо, она открывает свою пасть. Вот она, вот она, вот она. И, собственно, эта пасть позволяет ей схватить что-нибудь в сравнении с ней по размеру. А язык способен поднять чуть больше, чем она весит сама. То есть так, язычок там тоже хороший. Крепкие челюсти. Вот. А самое, что мне интересно, что я не собирался показать, это то, что, как обычно, внутри жабы пустота. Видно печень. И, собственно, больше там ничего. Так, а что, она воздух, что ли, заполняет? О, да. А, воду. Как обычно, шарик с водой. Угу. Эти жабухи. Ну, что это? Тебе видно? Но это просто еще надо не обжечь. Не, у меня тоже есть этого достаточно, вполне. Так тут, а для чего начинается она, печень. Собственно, воду вот. Таких количеством заглотает? А на случай вдруг не будет. А, то есть ты вот сидишь такой, а дождь прошел, и больше нету, а в саванне такой бывает. Сильвия. Это не саванна, Сильвия. Вот. Они в Сильвии живут, там нормально. Там бывает есть дожди, бывает нет дожди, поэтому она в спячку уходит. А вода всегда хорошо, вода это надежность, достаточно неуверенность. А если вдруг воды нету, пришел, если вода есть, пришел хищник, ты его сбрасываешь, пока хищник наверное, отвлекается, нужно убрать куда-нибудь. Сбрасывать по воде. Да, это все мочевым пузырем хранится, и так просто тоже есть сухой воды. Такая вот молота. Суровая. Она похожа на этот, не шучу.